В Югре начался набор в образовательный IT-проект «Яндекс.Лицей». Как сообщили в пресс-службе Югорского НИИ информационных технологий, с помощью этого проекта школьники 8-9 классов абсолютно бесплатно могут научиться программированию на языке Python. Учеба рассчитана на 2 года. На первом курсе делают небольшие проекты и приложения. Второй посвящен основам промышленного программирования. В Югре занятия будут проходить на аккредитованных площадках, которые получили статус официального партнера проекта. Такие есть в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе и Урае. Отмечу, что больше сотни югорских школьников уже закончили первый курс. Набор в Яндекс.Лицей продлится до 10 сентября, а первые занятия начнутся в октябре. Для поступления нужно подать заявку на официальном сайте проекта и сдать онлайн-тест.